награждения наших участников. Первые будут награждаться начинающие. Итак, специальным призом мы хотим наградить Марию Кузнецову. Третье место занимает Юлия Васильева. Второе место занимает Дарья Гоголева. И первое место занимает Владислава Соколова. Аплодисменты, это совсем начинающие мастера. Аплодисменты нашим начинающим. Прекрасная работа. Итак, следующая награждается категория «Стригущиеся породы». Победитель класса чемпионов Алексей Павлов. Аплодисменты нашим этим красавцам. Ну что ж, следующими будем награждать категория «Стригущийся открытый класс». Как-то так получилось, что все три призера носят имя Мария. Ну что ж, на третье место мы приглашаем Марию Титову. На второе место приглашается Мария Круг. И на первое место приглашается Мария Гурьянова. Аплодисменты нашим участникам.
Аплодисменты нашим победителям. Замечательная работа. Спасибо. Ну что ж, следующая категория. Здесь. Смена микрофона, извините. Ну что ж, второе место. Архипова Ольга. И первое место. Кошелева Оксана. Бедные эксперты, было очень тяжело. Категория. Последний класс. Открытый класс. Пуделя. Третье место занимает Инга Шумнова. Второе место занимает Людмила Функлер. И первое место занимает Людмила Белова. Большой пудель, большие аплодисменты. Браво! Уважаемые участники, уважаемые зрители, мы просим нам дать 10 минут для подготовки Best in Show. Пожалуйста, оставайтесь, поддержите наших участников.
И нас ждет самое интересное, кто же лучший мастер нашего конкурса.